Я снова вернулась. Мама сказала, то, что я плохо спела, поэтому я к вам иду. То есть дома скандал все-таки? Да. Я понял. Так. У вас нормально дома все? Да. Хорошо. Что будем петь? Мы хотели исполнить песню «Fallen» в репертуаре Алиша Кис. Давай. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте на русском тогда. У нас песня «Я твоя маленькая девочка» в репертуаре. А что у тебя с локтем случилось? У тебя рука сломана или что-то? Почему ты так все время делаешь? Нет. А можешь взять микрофон в другую руку? Да. А это опускается нормально? Да. Хорошо. Давайте на русском. Прошу вас. Я не устала летать на белых крыльях своих. Я никогда не умела жить по чуть-чуть. И выбирая опять из миллионов других, я понимаю, что просто к тебе лечу. К тебе лечу. Просто к тебе лечу. К тебе лечу. Просто к тебе лечу. Там не проснется закат, снится рассвет. Мы все пойдем на своих чудесах. А я скучаю тогда, когда тебя рядом нет. А остальное ведь ты все знаешь сам. Я твоя маленькая девочка в шикарном окном. Я твоя ласковая море, что нельзя перебыть. Я знаю то, о чем, наверное, не знает никто. Мне просто очень нужно. Спасибо. Спасибо. А что еще на русском есть? Песня «Самая лучшая». Самая? Действительно, самое смешное. Давай. Спасибо. Спасибо. Не надо ее петь, ладно? На будущее. Ладно, даже если хорошо. Будут просить очень. Ладно. Договорились? Ладно. Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания.